В Твери продолжается модернизация действующих светофорных объектов в рамках работы по обеспечению безопасности дорожного движения. В новом четырехфазном режиме начнет работать объект на перекрестке улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури. В первой фазе зеленый сигнал дадут движению транспорта по улице Орджоникидзе со стороны площади Терешковой во всех направлениях. Во второй будет разрешен проезд по улице Орджоникидзе со стороны площади Гагарина во всех направлениях. Третья фаза запустит движение по набережной Лазури в прямом направлении с обеих сторон. Также при этом будет разрешен поворот направо. Четвертая фаза – стрелка. В дополнительных секциях светофора для поворота с набережной в левую сторону на улице Орджоникидзе. Четвертая фаза. Стрелка в дополнительных секциях светофора для поворота с набережной в левую сторону на улицу Орджоникидзе. Таким образом, встречные потоки не пересекаются и обеспечена достаточная безопасность дорожного движения. Обращаю внимание водителей, что по левой полосе движение разрешено не только налево, но и в прямом направлении. Будут увеличены циклы по улице Орджоникидзе в утренние и вечерние часы пик.